Мелкий, сейчас еще раз покричи. Дядя Вова! Посмотри, посмотри, помогите. Нет никого, увидел, никого нету. Посмотри, глаза бешеные вообще. Эта картина рождалась прямо у нас на глазах. Точнее, ее кульминационная сцена. Тогда 13-летнему Андрею несколько раз пришлось уходить под лед с головой в лютый холод ради одной сцены. Начинающий актер себя не щадил. Это было ровно год назад. Тогда дебютанты, наверное, и не представляли, каким аншлагом обернется их премьера. Всех желающих прикоснуться к прикосновению кинозал не вместил. Сидели прямо на полу, на ступеньках. Публику встречал Эдуард Ершов. Студент Института искусств, автор сценария и режиссер фильма. Короткометражка – его дипломная работа. Ну что, давайте тогда начинаем. Смотрим. Приятного просмотра. «Прикосновение» – сложная, глубокая история о двух братьях. Младший Андрей мечтает стать героем и грезит подвигами. Я тоже стану героем. Мальчик с большим сердцем, чуткий, ранимый, впечатлительный. И это сильно действует на нервы брату старшему. Кто вещи мои разрешать лопать? Это же знак победы. На лоб ее себе прилепи. Наши предки сражались за нас и умирали. А ты даже спасибо сказать не можешь. Я их просил за меня воевать. Он замкнутый и резкий. От его жесткости меньше шага до жестокости. Кажется, он наполнен ненавистью и презрением, но на самом деле за всей этой броней глубокая рана и неутихающая боль по погибшему отцу. В «Прикосновении» снялся также человек, далекий от кинематографа. В этом мире все приходит со временем. На все нужно время. У нас снимался настоящий воин-интернационалист, который прошел Афганистан. То есть этот человек, он, так скажем, не близок к актерскому мастерству. И было дело так, что мы снимали одну сцену, прям целый день снимали одну сцену, одну фразу снимали мы ее, целый божий день снимали. А вот Андрей на съемочной площадке не закрылся, наоборот. В скромном мальчике в очках не все зрители узнавали того Андрея с экрана, хотя самому себе начинающий актер после премьеры поставил только 4. Потому что есть некоторые недочеты, которые действительно видны. А сколько всего осталось за кадром? Как снимали в -35 не имеющими руками, как угодили в полицию из одного кадра, как осваивали подводные съемки. Под водой никогда не снимала, это был 4-метровый в глубину бассейн, и приходилось буквально нырять на 4 метра в глубину, закладывал уши, захлебывались водой ради нескольких кадров фильма, но все получилось. Получилось по-детски свежо и по-взрослому глубоко. После премьеры зрители не стеснялись слез, слов. Кто-то даже признался, что написал брату СМС. Короткое, из 10 букв. Екатерина Киселева, «Наше время».